данный республиканский проект действует на территории с 10 августа. Ну, практически все районы будут задействованы, Волжский район тоже, соответственно, не будет исключением. Ну, она рассчитана на раннюю диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, на популяризацию проведения вакцинации всеобщей и всеобщей диспансеризации. Мы видим реальные случаи выявления на ранней стадии даже онкологических заболеваний, которые, конечно, помогают в дальнейшем принять правильные решения по тактике лечения конкретного пациента, ну и сохранение его жизни, в конце концов.